По информации Управления Роспотребнадзора, ситуация с COVID-19 в области находится под контролем. Крупных очагов заражения не зарегистрировано. Тем не менее, изменений в указе об ограничительных мерах пока не будет. Об этом шла речь на заседании оперативного штаба. Губернатор Андрей Никитин назвал ситуацию с заболеванием коронавирусом стабильно негативной, поэтому о снятии ограничений речи не идет. За минувшую неделю зарегистрировано 906 новых случаев и ежедневный прирост выше средних значений по стране. Увеличилась доля заболевших среди детей, но по-прежнему главная группа риска – люди пенсионного возраста. Каждый пятый заболевший – это лицо старше 65 лет. На прошлой неделе было каждый седьмой. В принципе, основная масса, значит, заболевших, более 50%, по их мнению, заразилась на рабочих местах и 40% в домашних очагах. Также в области есть неоднократное подтверждение индийского штамма, который медики считают более заразным по сравнению с ранее выявленными. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Моревском и Любытинском районах. Двукратно уже привились более 116 тысяч человек по всей области. И на этой неделе в Новгороде откроется еще один пункт мобильной вакцинации около торгового дома «Русь». В регион в ближайшие два дня также поступят партии вакцин «Ковивак» и «Спутник Лайт». Их сразу перенаправят в медицинские учреждения. В связи с неблагоприятной обстановкой губернатор поднял вопрос о медицинском кадровом дефиците. В частности, речь идет о квартирном вопросе. Андрей Никитин дал поручение главам районов активнее включаться в работу и искать совместно с главврачами жилье для сотрудников ЦРБ и скорой помощи. Акуловка, Боровичи, Подолье, Крессы, Чудово, Валдай, Любытино, Пестово, Хвойное, значит, проведите встречу со своими главными врачами и главными врачами скорой помощи, которые на вашей территории находятся, филиалы. Детально разберитесь, почему на объявленные конкурсы никто не выходит. Окажите содействие максимальное. Отчеты по решению квартирной проблемы главе области должны будут предоставить на следующей неделе. Если ситуация не будет меняться, то бюджетные средства перераспределят на другие больницы.